Всем привет, вы на канале Макс456, и у нас сегодня Бравл Старс. После возвращения вы скажете: Максим, ты что, снова новый аккаунт начал? Нет, это мой, получается, уже четвертый аккаунт. И теперь, как видите, тут я с самого начала ничего не открывал. Я пока что, конечно, накопил мало, но три бокса здесь и здесь немножко пути. Я не хочу долго копить, поэтому я решил на видео записать. Видео будет короткое, потому что я идти в бой больше не собираюсь. Поэтому, что ж, давайте приступать. За суперсел у меня только Барли. Пока я за него не играю. В общем, я, получается, сделал 8 побед где-то примерно, потому что я 2 раза слил. Из-за того, что мне дали ботов. Короче, до 150 кубков вон должны попытаться боты. Потом уже нубы и так далее. Не буду полностью рассказывать, но мне, у меня было 60 там, не, у меня было 56 кубков. Мне дали ботов с нулями кубков. А против меня играли боты со 100 кубками каждый. Ну, примерно 100. Ладно, меньше разговора, больше дела, давайте открывать. Пока что ничего. Первые кристаллы. Боец Нита. Нита. Ящик. Ничего. О, 5 кристаллов. Столкновение. Еще ящик. О, Роза. Здравствуйте. И Кольт. Все. Ну и вот все, что нам, все, что мы получили. Сколько видео прошло? Меньше, чем 2 минуты. Ну, я надеюсь, оно хоть сколько-то лайков соберет. Ну, вот мои друзья, Амир и Ваня. С ними я когда-то... С ними... Что с ними? Ну, в общем, могу показать вам их аккаунты. Тут у Вани, это тоже Ванин второй аккаунт. А тут Амир, это его основной аккаунт. Вот тут Мистер П, Джин, 25-й ранги всякие. И... Все, короче, больше тут ничего нет. Извините, немножко за это самое. О, дружеская игра открылась. В общем, тут больше ничего не будет, все. Давайте, всем пока, подписывайтесь на канал, ставьте лайк, пишите комментарии. Сегодня мы выбили Розу, Кольта, Ниту и... И все. Все, пока, подписывайтесь на канал.